это вкусный томат. Это томат вот все-таки вот с этим глубоким розовым цветом, именно вот такой вот, как у Pink Paradise, как у Pink Forward, да. У него большой плюс в чем? У него сама ботва мощнее, вы видите, да, то есть, ну, вот он. Он устойчив на вирус ТЛСВ, кому это важно. То есть в южных регионах это важно. Вот посмотрите, вот здесь просто пойдите, посмотрите, да? Посмотрите, как кисть идет, это здесь наливается, вот. Pink параллель. Очень хороший цвет, потенциал больше, чем у стандарта, то есть он урожайный. Очень хороший вкус. Именно то, что рынок просит, сладкий вкус.